рассмотрим произвольный прямоугольный треугольник и на его гипотенузе возьмем точку. Из этой точки проведем отрезки параллельно катетам. Возникает некоторый прямоугольник. Давайте точка M, прямоугольник MXCY. MXCY. Вопрос. Как выбрать точку M, чтобы площадь этого прямоугольника была бы как можно больше? Но смотрите, если M около B, то прямоугольник превращается почти в отрезок, то есть площадь почти ноль. Если точка M около точки A, то превращается тоже почти в отрезок, тоже площадь почти ноль. Давайте сейчас рассмотрим несколько решений этой задачи. Начну, пожалуй, с самого трудного, с такого вычислительного. Значит, господа, смотрите, когда у меня есть катет, я могу в несколько раз все по горизонтали сжать и превратить этот катет в отрезок длины 1. И по вертикали то же самое. Я давайте все сожму. Поэтому у меня здесь тоже будет единица. И задача превратится вот во что. Дан прямоугольный треугольник с катетами длины 1, на гипотенузе которого выбрана произвольная точка M. Так, давайте здесь будет x. Тогда чему равна вот эта сторона? 1 минус x. 1 минус x. 1 минус x. И чему равна площадь прямоугольника? X минус x квадрат. X минус x квадрат. Совершенно верно. X минус x квадрат. Мы должны решить такую задачу. Найти наибольшее значение x минус x квадрат, когда x принимает значение от 0 до 1. Ну, давайте вообще подумаем. График y равняется x минус x квадрат. Он вообще как выглядит? Вообще график любой квадратичной функции, это что? Парабола. Парабола. Если перед x квадрат коэффициент минуса, значит, куда она направлена? Вниз. Вниз. В каких двух точках, очевидно, обращается это выражение в ноль? Один. Один минус один – это действительно ноль. И еще? И. А, ноль. Ноль. Конечно, один и ноль. Один и ноль. Значит, парабола выглядит вот так. Согласны? Замечательно. Где у него симметрия? Одна вторая. Одна вторая. А значит? Ну, значит, х равна одна вторая. Одна четвертая. Когда x равен 1 2. Просто из соображений симметрии максимальная точка это x 1 2. Значит, этот максимум чему равен? 1 2 умножить на 1 минус 1 2. 1 4. 1 4. Ребят, вот так это делается, если рисовать график функции. Ну, конечно, можно эту задачу объяснять и по-другому. Например, я мог взять и то, что называется, выделить полный квадрат. Поскольку это очень важно, то давайте я это сделаю прямо на доске. Что такое выделить полный квадрат? Это значит написать вот так. 1 четвертая минус 1 четвертая плюс x минус x квадрат. А что это значит? 1 четвертая минус... Так что такое 1 четвертая? Это 1 вторая в квадрате. Что такое x? Это дважды 1 вторая умножить на x. Только не плюс, а уже минус, потому что я минус за скобку вынес, значит здесь будет выражение с минусом. Плюс x. А здесь будет уже с плюсом x квадрат. Так, ну кто помнит формулу? 1 вторая минус x. Совершенно верно. Ну не совсем 1 вторая минус x, а 1 вторая минус x что? В квадрате. В квадрате. Никогда квадрат не бывает отрицательным, значит, здесь что-то такое неотрицательное. Из 1 четвертой мы что-то вычитаем, значит, это не больше, чем 1 четверть. Ну, и если x равно 1 второй, то это будет ровно 1 четверть. Все поняли? Все поняли. Вот второе решение. Мне кажется, оно даже еще тяжелее, чем первое. Ну, первая симметрия такая более понятная была. Сейчас второе решение. Как можно еще третьим способом решать эту задачу? Мы могли обозначение ввести по-другому. Ввести не x, а сделать так, где-то середину отрезка. И смотрите, вот этот вот отрезочек обозначить какой-нибудь другой буквой.
тогда у меня x это будет, то есть у меня всего единственная проблема, что не хочу вводить вот так вот вдоль. Давайте лучше y будет вот здесь. Хорошо? Иначе мне всякие корни из двух придет писать, и будет еще хуже. Y это будет вот здесь. Все, ввожу новое обозначение. X плюс Y это 1/2. X плюс Y это 1/2. Значит, тогда X как через Y выражается? Это 1/2 минус Y. Так, а 1 минус X? 1 минус X это вот этот вот отрезок. 1/2 плюс Y. Это 1/2 плюс Y. Отлично. Когда умножаешь x на 1 минус x, это то же самое, что умножаешь 1/2 минус y на 1/2 плюс y. Согласны? Да. Пишу. Четверть минус y. 1/2 минус y умножается на 1/2 плюс y. Когда разность чисел умножаешь на сумму, это что такое? Это разность квадратов. Это разность квадратов. 1/4 минус y квадрат. Это уже третий способ. Правильно? Правильно. Так вот, ребята, кроме этого, есть еще совершенно несложные геометрические способы. Давайте я расскажу сначала довольно трудный геометрический способ, а потом совсем-совсем простой. Итак, возвращаюсь к нашей картинке. Значит, у меня есть прямоугольный треугольник. Давайте пусть здесь для определенности будет сторона 1. У нас есть точка М, прямоугольник. А вот здесь середина. Замечательно. Господа, смотрите, что нужно сделать, чтобы объяснить, что вот этот вот квадрат по площади больше, чем этот прямоугольник. На самом деле нужно сравнить площади вот этих двух прямоугольников. Если вы мне объясните, что площадь этого прямоугольника меньше площади вот этого, то тогда автоматически площадь этого, которая состоит из двух частей, будет меньше, чем площадь этого квадрата, который состоит из этих двух частей. Согласны? Отлично. Кто сделает? Вверх надо продлить и вправо. Что? И тебе надо сравнить площадь этого прямоугольника. Да. И площадь этого прямоугольника. Да, и что? Ну смотрите, здесь нет роста х. Да. А здесь 1/2. Да, конечно. Значит, это 1/2 х. Да. Площадь. Да. Да, площадь это 1/2 х, да, понятно. 1/2. Да. Здесь это х. Да. А здесь 1/2 плюс х. Ну, то есть больше. Больше. Чем? Ну все, то есть больше. Между прочим, не обязательно совершенно было делать дополнительное построение. Посмотрите, пожалуйста, без всякого дополнительного построения было все хорошо. Господа, приглядитесь к вот этому прямоугольнику и к этому. Вот как зовут такой прямоугольный треугольник? Равнобедренный. Равнобедренный прямоугольник, да? У него эти отрезки что? Равны. Равны. Значит, реально нужно сравнить вот этот вот отрезок. Смотрите, здесь произведение этого и этого. Надо сравнить этот отрезок и какой? И вот этот. Что больше? Этот или этот? Ну. Смотрите, вот этот. 1/2 больше. А этот меньше этого. Да. Согласны? Да. Все. Геометрическое решение? Да. Геометрическое решение. Оказывается, даже это решение не самое лучшее. Смотрите, какая сейчас будет действительно удивительная простая картина. Прямоугольного треугольника, не обязательно равнобедренного прямоугольного, что бывает, когда мы берем середину. Смотрите. Любой прямоугольный треугольник это половинка от прямоугольника. А значит, давайте вместе нарисуем до прямоугольника. А значит, у нас вот эти отрезки, они что все? Равны. Они все равны. И значит, вот эта площадь равна этой. Просто это конгруентные треугольники. И вот эта площадь равна этой. Ну,
на самом деле они просто все четыре одинаковые, все четыре конкурентных треугольника. Но мне сейчас очень важно, чтобы вы увидели следующее, что вот если смотреть на этот прямоугольник, то какую часть площади от всего он составляет? Одну вторую. Потому что зеленые равны и оранжевые тоже равны. Так? Ну, на самом деле все равны. Ну, в этом дело. А теперь то же самое сделаем здесь. Отложим вниз. Смотрите, ребята. Вот этот треугольник перегнем вниз. А теперь, вы уже догадались? Вот этот оранжевый треугольник, что мы с ним сделаем? Перегнем влево. Да, отложим его сюда. Если не середина, если лежит выше середины, то оранжевый треугольник перегнется. Если бы точка М была ниже, то наоборот, желтый был бы... Понимаете? Давайте повторите. Желтый треугольник вниз, оранжевый отложим влево. Тогда явно видно, что эти треугольники полностью покроют этот прямоугольник. Да. И они перекроют его без наложения на остальную плоскость, когда точка М находится посередине. А во всех остальных случаях? Во всех остальных что случаях добились? Кусок будет торчать наружу. Ну, или слева, или внизу. Или слева, или внизу. Значит, у нас площадь этого прямоугольника меньше или равна половине площади всего прямоугольного треугольника. Она меньше или равна оставшейся?